Всем доброго времени суток, если вы первый раз на моем канале, меня зовут Олеся, будем с вами знакомы. А тем, кто меня уже знает, передаю огромный привет, очень рада снова видеть вас. Сегодня у нас, как всегда, новый обзор на мои новые заказы с AliExpress. Все ссылки будут в описании, давайте приступать, всем приятного просмотра. Начать хочу с классической рубашки в белую и серую полоску. Заказала ее на свои параметры в размере S, по размеру все отлично. В груди она свободна, не в натяжку, как и должна сидеть рубашка. Состав материала хлопок с полиэстером. Длина рукава полная, как и длина самой рубашки. Застегивается она на 5 белых пуговиц. Манжеты также застегиваются на пуговицы. Нижний край скроен полукругом. Плечи сели на место. Крой проймы комфортный. Воротничок жесткий, форму хорошо держит. Качество пошива отличное, дефектов не обнаружила. Следующее, о чем я хочу поговорить, это о сарафане, который я показывала вам уже в одном из своих видео о магазине Simply. Там я заказывала этот сарафан в размере S и говорила, что он немножечко туговато сидит мне в талии. Но эта модель мне очень понравилась, решила заказать его себе в размере M и встретила его в другом магазине. И подумала, что будет интересно сравнить тот и этот сарафан и проверить, идентичное ли качество у одной и той же модели в разных магазинах. Качество действительно оказалось идентичным, тот же материал, модель и покрой. Разница между размерами S и M буквально в сантиметр, но мне его оказалось достаточно, чтобы в талии он сел комфортнее для меня. В груди у этого сарафана та же проблема, что и у прошлого, необходимы выточки. Для меня не составило труда их сделать, и сейчас наконец-то с наступившей теплой погодой как раз активно его ношу. Мне очень нравится его материал, он преимущественно из хлопка, к тому же сарафан белый и даже в самую жаркую погоду на теле не ощущается. Также мне очень нравится покрой его юбки, при ходьбе и в ветреную погоду он легко и красиво развивается. Пошиву нареканий нет. Все отлично. Следующее, что я заказала, это две очень бюджетные летние юбки. Как-то в одном из своих ранних видео я вам показывала похожую юбочку в синем цвете и говорила, как она мне нравится. Понравилась она мне абсолютно всем. К тому же цена ее была очень низкой, и в то время она была супер популярна на AliExpress. Поэтому, недолго думая, заказала ее. И после того, как получила, была очень рада этому заказу. Пошив и покрой ее замечательные. В талию вшита резиночка. Поэтому юбка в талии очень сильно тянется и подойдет на любой обхват. В комплекте к ней шел ремешок. Юбка это не просвечивает, покрой у нее солнцем, она очень легкая, невесомая, на теле также не ощущается. И вот решила заказать что-то подобное, но в более светлом цвете. Давайте начнем с вот этой. У нее точно такой же рисунок, как и у синей, но различается материал. Также отличие заключается в том, что у нее резинка на талии. Причем резинка на этой юбке наружная, широкая, но также хорошо тянется, и эта юбка аналогично подойдет на любой обхват талии. Думаю, вы со мной согласитесь, что эта юбка выглядит и сидит не так красиво, как прошлая. Если бы длина подклада была той же длины, что и верхний материал, юбка смотрелась бы лучше. И мне кажется, такая юбка больше подойдет ребенку, тем более учитывая ее очень низкую цену. Стоит она около 200 рублей. Выпускается она, как и прошлая синяя юбка, в едином размере, но в множестве цветов. К пошиву и покрою претензий нет. Юбка без дефектов. Ну и вторая юбочка также с резинкой на талии. Там было очень много расцветок у продавца. Я выбрала вот в такой расцветке. Светло-светло-голубой в ромашку. Этой юбкой я осталась абсолютно довольна. Она сшита в один слой ткани, не имеет подклад, потому что в нем не нуждается из-за плотного, не просвечивающего материала. Она также имеет наружную резиночку, которая хорошо тянется. Как и прошлые две юбки, выпускается в едином размере, но в нескольких цветах. Длина ее приличная, юбка длиннее, чем прошлая. Стоимость также в районе 200 рублей. Материал приятный, разутюживается легко, к пошиву вопросов нет. Следующим моим заказом стал белый коротенький сарафан с разноцветными цветами. Размер выбрала L, выбирала по обхвату груди, но сарафан оказался очень большим и нужно было его заказывать в размере S. Если не брать в учет размер, сарафан неплохой, цена его менее 500 рублей. Понравилась его расцветка, красивое сочетание цветов, которыми выполнены цветы. У него миниатюрная длина, если для вас она неприемлема, то подойдет он исключительно как пляжный. Материал заявлен хлопок, но здесь присутствует и синтетика в составе. Верх сарафана несколько просвечивает, юбка из-за пышности покроя нет. Понравилась тесьма по ее краю. Пошив аккуратный, на спинке потайная молния.
В комплекте идет пояс из той же ткани. Далее хочу показать ромпер, который также встречала в магазине Simply, но заказала я его в другом магазине. Сшит он из хлопковой ткани, выпускается в трех цветах, помимо синего еще в бежевом и в розовом. Цена его 660 рублей, размер заказывала S, он подошел. Необычная для меня вещь, было интересно примерить ее. На спинке верх его завязывается, низ застегивается на потайную молнию. Материал к телу очень приятный по ощущениям, даже сомневаюсь, что в составе его есть синтетика. Покрой и пошив замечательные. Следующим моим заказом стала белая майка с актуальной сейчас цветочной вышивкой на груди. Цена его около 400 рублей, продается в двух цветах, белом и черном. По таблице мне выпал размер L, и он хорошо подошел. Материал плотный, хорошо тянется. Это хлопок с полиэстером с рельефом в мелкий рубчик. В общем, удачный заказ, цветы пришиты аккуратно, швы ровные, как наружные, так и внутренние. Последнее, что хочу показать, это солнечные очки в собственном фирменном футляре. Это меня очень привлекло, он и по размеру уже к ним подобран, и не нужно искать и покупать его отдельно. Выполнен качественно, по окружности металлическая серебристая молния. Также присутствует крепление, за которое его можно носить с собой. Внутри футляр мягкий, бархатистый, поверхность очков защитит. Сами очки упакованы в клеенку. Я выбрала их в голубом цвете, там есть и другие цвета, и все они очень красивые, поэтому с цветом было определиться непросто. Модель их внешне понравилась, аккуратно выполнены и ничего лишнего. Единственное, что она мне не очень идет, как мне кажется, но мне вообще крайне сложно всегда подобрать себе очки. За всю жизнь, пожалуй, находила только одни, которые действительно подошли, но сейчас они уже потеряли вид, поэтому я в поисках новых. От этих впечатлений остались положительные, недостатков в выполнении не увидела. Это были все мои заказы на сегодня. Всем большое спасибо за просмотр. Все ссылки на все, что я сегодня показала, в том числе и на то, что было на мне, вы найдете в описании. Обязательно подписывайтесь на мой канал, всем буду очень рада. Добавляйтесь в друзья в соцсетях, там же вступайте в мои группы. А здесь мы с вами увидимся в следующем видео. Не скучайте. Всем до скорых встреч.